Здравствуйте, Ромалы. Это я, Алла Кемалова, с Люберец. Выхожу в эфир, чтобы еще раз сказать Юртыну и его брату Сереже, что они два пидораса, которые подставили моего сына под тюрьму, под Халавден. Вы считали себя и считаете себя, что вы правильные и среди румен, и среди раклен. Да вы ничего не стоите вообще в этом мире. С вами нельзя ни сидеть, ни кушать, ни выпивать, ни создавать какие-то коммерции. Вы ничтожество. Вы подставили человека под Халавден. Вы подставили, понимаете? Вы подставили. Кто вы есть? Пидорасы конченые. Ты, Юртын, и твой брат Сережа. Вы два пидораса. Вы говорили, что вы все уладите, в итоге вы ничего не сделали. Вы в этом мире нихуя не стоите абсолютно. Я хочу вас проклясть. Я вас проклинаю, что вы видели на своих детях то, что я вижу на своем сыне. Это первое. Второе, я от своей безвыходности, что ничего не могу решить, я на вас поднимаю своих мертвых. У меня их много. И они все за меня. Если вы против меня, то они все за меня. Найдут вас мои мертвые. Вытащат с вашего горла. Все, что они смогут, они все с вас вытащат. Поверьте мне, за то, что вы отнеслись так к моему сыну, подставили его под Халавден, вы теперь никому не авторитет. Вы не авторитетные люди. Понимаете, вы с дымаря ебучие. Пидорасы конченые. И вам это все воздастся. Вы понимаете это или нет? Я, женщина, я не могу с вами ничего сделать. Мои родственники, которые есть там, тоже не вправе решать за место меня. Вы не идете на контакты. Вы считаете, что мы заслужили то, что мы заслужили? Мы этого не заслужили. Ни от Бога, ни от людей. Только от вас, пидорасов. Вы конченые люди, гореть вам в огню. В огне будете гореть, и мои мертвые будут вас ебать раком, и как они захотят. Теперь будет так. Это мое слово вам. Я уже от нервов, от того, что у меня безвыходность, я желаю вам горя, беду, пропасть на вашу голову, чтобы Бог вам дал этого. А мои мертвые будут вас ебать раком. А вы, Ромалы, извините, что я так изъясняюсь, по-другому не могу.